Друзья, всем привет! Мы закончили очередной наш объект. Ушло у нас на это месяц. Вот, работало 4 человека. Здесь чуть больше 200 квадратов по кровле и 62 погонных метра декора, лобовой доски и фронтонов. Вот. Сейчас мы уже переехали на другой объект, вернее на два объекта. Вот. Они будут у нас идти параллельно. И что хочу сказать. Заказчик доволен. Я не знаю, согласится он сейчас, не согласится дать какой-то отзыв. Ну, это мы посмотрим. Вот. Поэтому, опять же, не хочу долго о чем-то говорить. Но только хочу напомнить, что те люди, которые здесь изначально делали обрешетку, они никак не возместили заказчику то, что здесь пришлось переделывать. И строят. Там опять следующий дом рукожопят. Что там делают. Вот. Ну. На нашем рынке очень много рукожопов, на самом деле. Поэтому будьте осторожны. И выбирайте себе подрядчиков лучше. Потому что можно на таких нарваться. А нарветесь вы на них, я думаю, что в 90% случаев, если будете легкомысленно к этому относиться. И обойдется это потом вам очень дорого. Вот. Погодка прям благоволит пойти с вами, обойти весь объект, показать с разных точек. Вот. И подытожить этот объект. Поэтому пойдемте. Ну что, пойдем отсюда и обойдем сначала по кругу, потом поднимемся на леса и потом уже поднимемся на крышу более подробно. Туда дальше не буду отходить, потому что туда вообще ничего не видно. Вот. Пока иду, буду что-нибудь рассказывать вам. Ну, как и сказал, это заняло все месяц. Это декор лобовой и сама кровля. Не знаю, как освещение будет. И все-таки далеко. Ничего не понятно. Ну, это мы сейчас решим, мы сейчас поближе все покажем. Со стороны это смотрится вот так вот. Так, ну пойдемте. Все будем снимать практически одним кадром. Берите там попкорн, что-нибудь еще. Семки. Казинаки. Пойдемте, наверное, с этого угла начнем. Там-то ничего не видно. Погода такая серая. Ну, обычная погода в Ленобласти. Повесили пока временные воронки, ведра, чтобы слотков сразу вода под фундамент не дало. И вот там выбрасывать по сторонам. Родник течет.
И вот отсюда еще ракурс возьмем и пойдем на леса. Ну вот, пойдемте поднимемся на леса. Так, и пойдем, наверное, сразу с того угла. Не кажется ли слишком темное все в кадре? Сейчас на паузу нажму, посмотрим, может будет посветлее настроить. Вот, сделал чуть-чуть посветлее. Так. Так, вроде посветлее немножко. Время 2 часа дня. А здесь так темно кажется в камере. Я даже не знаю, что комментировать. Просто похожу, наверное, по кругу. Здесь скаты были вообще кривые, даже если посмотреть по отливу, что там угол ниже. Вот. Здесь вообще было все кривое косое, когда мы сюда пришли. Вот и насколько люди смогли переделать, настолько и переделали. Вот. Подходим к самому такому месту. Даже интересному, да? Сейчас пойдемте заберемся на крышу. Сейчас тут камеру выключу и включу. Для вас это секунда. Ну вот, давайте начнем с самого края. Так здесь вот заморочились.
по сути, здесь должна была быть мягкая черепица. Ну, короче, рубероид, по сути. Ну, заказчик подумал, почитал разные форумы, вот, и все-таки решил делать фальц. Я даже не знаю, что рассказывать. Для нас это как-то все обычно, по сути. Ребята шутят, говорят, запарил, говорит, и фотошопить. Хотя у меня даже программки такой нет, фотошоп. Я не знаю, как ей пользоваться. Поэтому вот на видео снимаю. Опять же говорю, что нет никакой программки у меня по редактированию. Обычная киностудия Windows. Проще всего, короче. Медленно похожу, поснимаю максимально все, что интересно вам будет. Ну и заказчик посмотрит. Поближе. Прикреплю еще фотографии сюда. Вот хороший ракурс, да? Вот отсюда. Щелк фотографию. Там с другой заклоночка сделана, чтобы водичка оттуда уходила сюда. Конек собран на внутреннюю рейку. Вентилируемый. То есть эти вот хребтовые, этот конек, тот конек, они вентилируемые. Далее, я в прошлом ролике говорил, что вентиляция идет из-под окна, из-под планки. Из-под этой вот, отсюда вот выходит воздух. Вот. Потом с этого ската вот отсюда уходит. То есть вот с этого ската, с этого всего, выходит воздух отсюда. Вентилируется. Сказать, не боимся показывать нашу работу в упор со стороны там 100 метров. Вот смотрите, что по факту получилось. Тут три картины сделали морковкой. Вот.
Вот видите, заметно немножко. То есть вот здесь вот скат идет на подъем туда. Это уже, чтобы здесь все было, ну, надо было, чтобы исправить, надо было разбирать вместе со стропильной системой все. И этот угол, получается, взяли и подняли прошлые рукожопы. Вот. Так что от этой точки, от этой вот до конька, был вот такой вот бугор 4 сантиметра. Здесь снимали, получается, обрешетку, контрабрус, стругали, короче, на 2,5 сантиметра убрали. Вот. Поднимемся наверх, на самую верхушку. Опа. Заказчик ходит, Вячеслав. Мы сейчас у него постараемся взять отзыв, нравится ему или нет, доволен ли нашей работой. Немножко очкую. Давайте подойдем к трубе поближе. К этой изюминке крыши. Так вот заморочились. То есть логически многие вопросы задают, зачем нужны были, по сути, вот эти еще два фальца, да? То есть можно же было бы вот эту одну картинку сделать одной, вот, и здесь то же самое можно было сделать, вот этот вот квадрат одной деталью. Но смысл в том, что вот эта линия продолжает вон ту линию. Вот. И здесь то же самое. Вот эта линия. Вот эта вот линия пальца. Продолжение того пальца. Идет. Вот такая вот логика. Русская. Здесь вот так вот конек цепляется. Давайте сейчас у заказчика и спросим. Вон стоит Вячеслав. Вячеслав, скажите людям, вы довольны? Недоволен. Недоволен? Недоволен. Почему? Потому что очень доволен. А, потому очень доволен. Кстати, хотел спросить-то, эти люди, которые вам здесь делали обрешетку до этого, деньги возместили какие-нибудь? Нет, конечно. Нет. Как говорится, накакал и в норку.
Прятался. Я бы сказал, насрал. Вот. Ну, как говорится, все хорошо, что хорошо заканчивается. Вы сделали мой сезон троих. Мне не так грустно теперь. А это Бог на судья. Я думаю, что на его пути будут умные заказчики, которые сразу в нем разглядят недобросовестного. А мы поможем. Да. Все. Будет у него мало работы. А лучше, чтобы вообще не было. Таких людей надо гнать с рынка. Ай, клепочку не закрасили. Клепочку-то не закрасили. Вот он косяк, все крыши. Не закрасили клепку. Мелочь? Мелочь, да. Надо будет подкрасить ее. Может это сделать? Как его называют? Клеймо такое, ну, типа это фишка. А, незакрашенная клепка? Да, о, солнышко выходит. Крыша такая красивая становится вообще чуть-чуть. Хотя она так красивая, чё ж я наговариваю-то. Нам нравится то, что мы сделали. А вам? Фасад. Ну вот, как-то так. Еще один обладатель вечной крыши. Гарантия у нас пока металл, да дыр не сгниет. Вот, о, как солнышко вышло. Видите, как вам повезло, ребята. Увидите в темноте и под солнцем. Ну, недолго музыка играла. Ну все. На этом ракурсе, наверное, можно остановиться. Всем счастливо, всем пока, всем здоровья, любви и денег побольше.